А в Астане случился наплыв экстремалов. Представьте, идете вы на работу, а вам чуть ли не на голову приземляется парашютист. И ведь пару дней назад несколько смельчаков заставили казахстанцев ходить с поднятыми головами около часа. Прыжок с 53-го этажа подготовили иностранные бейсджамперы. Европейские высотки им уже покорились и стали скучны, а вот азиатские небоскребы – лакомый кусок. В последнее время часто слышали про Астану. Оказалось, здесь есть самое высокое здание в Казахстане – 201 метр. Мы подумали, а почему нет? Бейсджамперы или по-другому скайдрайверы совершают прыжки исключительно с парашютом. Трудность в том, чтобы лавировать между зданиями, ведь внезапно влететь в чужое окно в их планы не входит. Мы прыгнули с казахстанским флагом. Так мы хотим привлечь внимание молодых людей к экстриму. Города не созданы, чтобы в них только работать. Нужно развивать современный спорт. Трое безумцев, как сначала подумали астанчане, уже наметили себе следующую цель. Какую? Пока держат в секрете. Но посоветовали казахстанцам почаще смотреть вверх.